Всем привет, дорогие зрители канал Папа Юсуф, либо канал Turkish People. Друзья, я сегодня без жена ищу квартиру себе. Да, объявление я посмотрю. Объявление уже так... такой новости говорят. Очень много, которые желающие продавать свою квартиру, они просто звонили агентству, говорили, удалите наши, это которые... объявление мы не хотим продавать, потому что цена очень-очень выше осталась, которая, если продадим квартиру, вместо его купить не сможем. Вот кому я позвоню, вот так же ситуация, которая... А сейчас давайте все вместе пойдем посмотрим, что есть варианты, где есть. Ищем. У нас так, короче, нормально, хорошо. Комфортно жить, друзья, это тоже надо передумать. Есть такое место, которое вообще жить невозможно, которое на улицу, не такое на улицу. Вот такое место я вам не показываю. Да, есть еще, которое объявление, но там я не пойду, жить не могу. Поэтому, куда комфортно, я там снимаю. Вот, не перемешаем друг на друга. Вот так. Давайте все вместе гуляем, друзья. Эти здания, которые продают, где написано, которые сатлык, продают и сверху. Дублекс 3 плюс 1 типа. 5-6 лет уже здания. Не знаю. Место хорошее. Там Гёксу Джатлиси подальше. Это где трамвай, улица. Место хорошее. Перейти парк. Друзья, дублекс я пришел посмотреть без жена. Помогла. Кухня симпатичная, большая. Сразу кухня, балкон откроется. Балкон красиво, большой. О. Перейти, открыть. Хорошее место. Все теперь красиво, хорошее. Кухня большая. Выр, рабла, выр. Здесь зал, друзья. Французский балкон есть на зал. Окно есть два штук. Вот сюда. Хорошее. Газ нет. Дядя, газ yok mu senin binada? Gelmedi mi? Спальня комната. 3 на 5, 15 метров квадратно. Просто они шкаф большой выставляют. Это маленький выглядит. Стена видит такой большой. А здесь есть душ, туалет, турецкий туалет и рядышком душ. Очень интересно. Спальная комната. Не очень большой, не очень маленький. Здесь 2 плюс 1 читается. Да, я ее карточку алмам бактым арыю. Бактым. Oğlum eşofmanı alsana. İçeriden merdivenle. Ha, oda da içinde işe. Dışarıyla alakan yok ama burayı kapat. Mesela Osman Gül buraya kapattı. Kaynanasıyla yukarıda oturuyor. Biliyorsun değil mi? Dur bir şurayı ölçeyim. Spalne, haroşi, balşoya. Еще один. Кухня здесь. О, мечта. Вот. Большой кухня. Здесь закрывали человек. Это что? Здесь душ, туалет, а второй это. Конечно, надо ремонт. Больше ремонт надо делать. Еще один спальня. Большой здесь. Реально большой. Человек не очень такой. Балкон. Самый большой балкон. Везде да террас, бабла. Машина стоит. Место вот так видится. Перед открыть южной части.
Domateslerim bile var bak. Pomidor rastıyor tanap. Etapa tazırıyor. Domateslerime bakalım. Prasto ya zıkrıvali sverpu. Burası da... Gördüm abla. Burayı görmediniz bence. Gördüm, gördüm. Gördünüz mü? Burası da mutfak salon. Beraber. Зал типа американский кухня. Холодильник тоже есть. Вот здесь хорошо можно снимать видео. Сейчас узнаем цена. Я сейчас Мехмет Акиф Эрсой Джаттеси, который у нас есть. Туда позавчера с женой видели, который один объявление. Туда я поеду, посмотрю, там старый дом. И здесь стройка всегда идет, который Мехмет Акиф Эрсой Джаттеси. Здесь тоже сутчулер считается. И здесь новый, хороший дом. Посмотрим, какой вариант есть. Вариант, я так думаю, немного вариант, но вариант есть. Сумасшедшая цена спросит. Несколько я позвонил уже, так через объявление. Сумасшедшая, такой безумный цена просит. Даже гришката 400 тысяч просит. Друзья, невозможно. И здесь Мехмет Акиф Джаттеси, который сутчулер Мехмет Акиф. Здесь новый микрорайон. Сон новый сделано. И здесь продают, который один кириш, который юксек кириш, вот этот этаж. Посмотреть не сможем, потому что муж на работу, жена не разрешает. Один мужчина нельзя посмотреть квартира. Типа проблем будет. 2 плюс 1 говорят, 360 тысяч просят агентство. Хозяин сколько просит, честно не знаю. Но симпатичное место, новое здание, которое вечером надо приехать сюда, посмотреть, который муж, когда приезжает на работу. 360 тысяч кириш, друзья, представляете? Этаж уже, представляю, сколько стоит. Друзья, Мехмет Акиф еще один строит. Вот такое здание, новое совсем. Позвонил человек, продажа, говорит, пока нет. Сначала все закончим, потом продадим. Просто что, прячут. Через 2 месяца, говорят, будет продажа. Уже практически закончилось. Поднимать внутри нельзя. Не разрешают. Еще делят. Симпатично, типа, но... Через 2 месяца будет сколько стоить, Богу знает просто. Радужком тоже есть, но продажи ничего нет. Скоро таких дом вообще не остается. Соду убирают, новые построятся, потому что места нет уже. Нигде не осталось места. Скоро будет граница Спарта, Анталия будет, наверное. Два плюс один квартира, совсем новая. Начинаем. И здесь турецкий туалет. Совсем новая квартира. Самый маленький спальня, помните? Сколько метров квадратных? Раз, два, две с половиной. Короче, раз, два, три с половиной. Получается 8-9 метров квадратных. И здесь зал. Хорошо, большой зал. Красиво. Балкон. Балкон хороший. Гора выглядит, вид вот такой красиво. Кухня сейчас пойдем посмотрим. На это труба ла комби, которая... Кухня совсем новая. Отлично, красиво, большой. Большой, кухня реально большой. Такое красивое дизайн сделано. На следующий посмотрим. Родительский спальный комната. Большой, большой, хороший. Есть окно, вид есть. Посмотрим. Раз, два, три с половиной. Раз, два, три, четыре с половиной. Есть 12-13 метров квадратных, есть. Хороший, большой.
Biz diz duş, klozet, tuvalet, iz diz тоже достаточно места, лавабо. Сокамин, хорошее, нормально. Красиво, который не очень большой, не очень маленький. Со совсем новая квартира. Еще никто не жил, который дизайн спот, я вижу везде. И здесь тоже есть место спот, не вставили. Второй этаж здесь, по-турецки. Против такой старый дом, который скоро забирают они, все построят новые. Короче, и здесь Февзи Чакмак Махаллеси. Спокойно, хороший, вид красиво. Только один квартира осталась, больше ничего нет. Зал достаточно большой. Сколько зал? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, четыре, пять, половина. 25, и значит 27 метров квадратный зал есть. Красиво. Балкон не очень маленький, не очень большой, средненький, симпатичный балкон. Никаких продаж, продажа не написано, прям застройщик продают это. Сейчас слушаем, сколько стоит. Очень много людей, которые дома в Турции без кухни, без ремонта продают квартиру. Нет, друзья. Со ремонт есть, кухня есть, душ есть, которые вот так продают. Это плюс деньги не просят. Это люди спрашивают. На это труба что? На это, друзья, топление. Уже стена уже есть, там все закрывали. Когда топление, газ подключаешь, и здесь радиатор сразу поставляешь, все отлично. Которые эти комби, вместо я говорил, вот эти. На эти комби выставляю сюда аппарат. Вот через аппарат вот так переключаю свое топление, горячая вода, что угодно. Сейчас посмотрим, качество какое. Хорошее. А автомат, который сам откроет, сам закроется. О. Хороший. И здесь будет духовка, которая сверху плиту. Есть стиральная машина места, есть посудомашина места, есть холодильник, камера места есть, все есть. Полу, который камень. Комната уже, да, комната другой. Сейчас вот есть, которые звонка телевизором. Брадер, правда, фиат не иди. Лифт есть, друзья, это тоже добавляю. Лифт, фиат. 500 лир. 500 тысяч турецких лир просят. Только один осталась квартира. Совсем новая. Шестая квартира. Лифт работает. Хороший. Нормально. И здесь шончик, там соль стоит в воде. Дверь открываю. Звонка. Сзади здание, которое парковка машину есть. Открыть. Покажу вокруг. Который получается с этой стороны, это квартира. Вот эти здания совсем новые. Вот здесь был, который, а второй этаж, вот это.
Вот такой дела. Друзья, пришел дуплекс посмотреть тут. Здесь новое. Совсем новое. Короче, левая часть. Хороший дизайн. Большой очень. Кухня. Новые, хорошие. Здесь первый балкон. Балкон вид вот так. И здесь других мест, друзья. Я рассказываю, какая улица, какое место. Я сам не знаю, через знакомых приехал сюда посмотреть просто. Душ. Большой, красиво. Достаточно. Который застройщик мне показывает сюда. Одну комнату сюда. В детский небольшой, не маленький. А вторую комнату вот так. Сейчас поднимаем. И здесь 2 плюс 1 читается. Это внизу. О-о-о. Какая лампочка. Еще строят, друзья. Не совсем не закончилось. Просто какая высота. Парке будет. Еще один комната. Очень высота. И здесь душ, туалет. И большой зал. Какой огромный, большой. И здесь балкон нету. Тюрьевский туалет. Да, работа хорошая, все красиво, но где балкон? Ай-яй-яй. А вы бурда балкона ёк, но? Я шадаки вар, да? Нету. Короче, здесь что? Здесь тоже 2 плюс 1. Сверху балкон нет. Друзья, застройщик это. Абе, бурасы не маллис гечио? Бурасы Барсак маллисы ван гечио, де Шелали Юлюзлерінде Хабиблер гечио бурасы. Хабиблер гечио? Хабиблер гечио. Барсак маллисы, Хабиблер сокамы. Айнен. Издиз, короче, друзья, Барсак маллисы. Шелали Юлюзлер емен яхынды, я Шелали. Дороги Шелали. Да, дюден Шелали не делико издиз. Просто красиво. Не деден абе, бурасы? Ha, кухня. И здесь кухня можно делать. Burası kaç metre? Такой высота. Kaç metre abi buraya? Var mı? 5 metre. 5 metre duruyor высота. И здесь зал можно делать. Зима, и здесь один соба. И соба kuracağım. Kışın buraya öyle mi? Duplekste duruyorsun ya. Abi fiyat olarak ne diyorsun? 780 лир. 780 хочет, друзья. Будет закончить, со 780. Пазарлығымыз бар ма? Тарковаться есть, друзья. Вот. Одно и то же здание есть, 2 плюс 1, друзья. Быстро покажу вам. 480 тысяч хочет сюда. Зал вот такой, большой. Зал реально большой. Балкон. Балкон вид. Вот одно и то же вид. Совсем новое здание, друзья. Совсем новое. Красиво, но дороги не знаю сейчас здесь. Я геолокацию выставляю. Каждое видео объясняю. Это ла комби, друзья. Ла газа. Зал реально большой. Достаточно. Дизайн красиво.
Кухня достаточно места хорошее, новое, качественное. Тюркский туалет. Света уже нету. Душ, который я вам показал, туда свет нету, поэтому снимать невозможно. Спальня комнаты родительские. Достаточно. Хорошее место есть. Хорошее. Это детские комнаты. Маленькие. Маленькие. Одно два ребенка кровать можно кладывать. Со. Реально, одно спальня и зал, кухня большое. Есть где-то 75 метров квадратных есть. Дизайн красиво. Есть лифт. Все есть. Вот такая ситуация. Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсуф. Друзья, приехал посмотреть новые комплексы, которые только что закончились. Сзади стоит из здесь 3 штуки. Я где? Где КПС Бледеси? Нижней части, друзья, здесь называется, которые типа Кызыларык, Радом. Радом Кызыларык, вообще мне улица не понравилась. Смотрите. Такой люди, такой дом. Так, дети приезжают, мне хочет продавать что-нибудь. Честно, не знаю, какая дела здесь. Но комплекс отлично, хороший. Сейчас я посмотрю снимать. Еще там стройка идет туда. Не знаю, какая стройка. Посмотрим, друзья. Снимаю, показываю вас. Еще квартира купить. Нету. Друзья, продажа. Джанин Чац, декорацион, туда-сюда. Здание, которое супер делано. Говорят, там 3 штук квартир осталось, 3-4 штук. Все продали. Сейчас хозяин звонит мне уже. Друзья, квартира уже приехал, посмотрите. Серьезно, качественно. Комната такая большая, спальня это. Все, двери качественные. Специальный свет есть, который везде спот. 2+1 здесь. Тюркский туалет. Есть лавабо. Симпатичный душ. А второй спальня комнате. Зал. Зал реально большой, друзья. 25 есть метр квадратный. Симпатичный дверь, который. Тяжеловатый дверь. И кухня. Кухня со есть. Духовка где? Шкаф там со дизайна. Очень красиво. Духовку. Как откроется? Они блокировали эти. С этой стороны пойдем. Французский балкон. Сзади машины парковаться, место есть. Место для комби. Балкон тоже большой, не маленький, друзья.
зал такой чистый, белый, хорошая квартира. Через 2-3 года здесь будет огромная сумма. Друзья, цена, рассказываю сразу, 885 тысяч турецких лир хочется сюда. Здание газ не видел, нету. Здание какая? Осталось 4 квартиры, друзья. Все продали. Вот здесь можно машины парковаться. Радужком тоже есть очень много новые. Я так сахибинам посмотрел, одно и то же цена, друзья. 800-900 миллион. Вот эта страна просит 850 тысяч. Совсем новые это. Еще строят сюда. Бесконечно Анталья начали сейчас стройка. Такое аккуратно. Друзья, сегодня утром до вечера гулял, которые реально посмотреть квартира нету. Реально, которые объявления, что они убирали, когда валюты повыше осталось, они немножко хитрые. Себе ведет, который и здесь гирска-то тоже есть, да? Вот такая ситуация, друзья, который продажа спрашивает огромные деньги, так далеко квартира. И здесь тоже стройка только-только начал, продолжается. Вот такое сзади объявление стоит. А сейчас конца видео я все полностью сниму, а что есть. Вот такая ситуация, друзья. Люди меня спрашивают. Юсуф, 2 плюс 1 тоже покажи. Мы тоже ищем туда-сюда. Вот, хочу показывать, но нету. Реально нету, друзья. Нету квартиры, которую я где? Я так вокруг показываю вас. Вот такая ситуация. А сейчас такой момент. Валюта очень выше осталась. Которую купить, продавать не стоит. Я не знаю, там, что будем делать. Вот так, друзья. Дублекс мне не понравился, потому что сверху нет. Балкон огромный, такой комната сделана. Детские комнаты так маленькие. Если здесь машин нету, здесь жить невозможно. У нас машин есть, но не желаем такое место жить. Пока не тянет, не такой, не. Все, друзья, всем спасибо большое. Люблю вас. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Устал, домой поеду. Сейчас объясню, что жена. Жена будет что говорить. Опять ничего не нашел. Давайте, друзья, всем пока.